Церемония венчания проходила в соборной церкви Святого Петра Вестминстерского аббатства. Жениха, облаченного в форму полковника Ирландской гвардии, и невесту в белоснежном платье от известного дизайнера, сочетал представитель английской церкви, архиепископ Кентерберийский. На церемонию были приглашены почти 2000 гостей, именитые и титулованные особы, а также простые подданные королевства. Сама Елизавета II с мужем сидели в первом ряду у алтаря. На время бракосочетания королева даже одолжила невесте внука драгоценную тиару от Картье. После венчания молодые под одобрительные возгласы многочисленных поклонников, ну, после того, как они дали друг другу клятву верности, они поехали в открытой карете по улицам Лондона к Букингемскому дворцу. Сейчас вы видите, как принц помогает своей уже состоявшейся жене сесть в карет. Карет поехала по улицам Лондона под одобрительные возгласы десятков тысяч собравшихся зрителей. Добавлю, что еще раз добавлю, что миллиарды телезрителей по всему миру были свидетелями этого торжества. И вот сейчас на площади перед Букингемским дворцом собрались десятки тысяч зрителей в ожидании уже другого события.